Эта территория над Балаклавской бухтой называется Северный форт, объект культурного наследия регионального значения. В соответствии с приказом Министерства культуры здесь расположен ландшафтный участок. Здесь запрещено любое капитальное строительство. Но это не остановило неизвестных лиц, которые несколько месяцев назад начали рыть здесь котлован и даже уже стали закладывать фундамент. Правда, свою работу им не суждено было закончить. Мы с вами присутствуем на месте, где мы видим акт вандализма. Принимая во внимание наличие в городе Севастополе такого объекта культурного наследия, как достопримечательное место, Управление охраны объектов культурного наследия придает этому максимальное внимание. И в этом году у нас проведено уже более 40 мероприятий по контролю за хозяйственной деятельностью на территории достопримечательного места. По факту незаконного строительства представители управления охраны объектов культурного наследия направили письмо в Севастопольское отделение УМВД, а также сделали запрос в Севреестр. Здесь земельные участки не все разграничены, поэтому сведений в Севреестре нет. И письмо мы направили в Управление внутренних дел для того, чтобы в случае обнаружения здесь каких-либо строительных или земельных или иных работ, сотрудники полиции, в частности участковый, обратил бы на это внимание и сообщил имена, фамилии, может быть, наименование юридических лиц, ну, то есть тех лиц, физических и юридических, которые здесь проводят соответствующую работу. Михаил Рязанцев подчеркнул, лица, которые здесь занимаются хозяйственной деятельностью, обязательно будут установлены. Их ждет административная ответственность. Кроме того, собственникам участка будут выданы предписания, по которым они будут обязаны демонтировать эти объекты капитального строительства. В любом случае, котлован должен быть засыпан. Территорию нужно привести в первоначальное состояние. Нами сейчас выполняется работа по разработке проекта зоны охраны Балаклавы, 55 объектов культурного наследия, где помимо режимов и регламентов, которые у нас есть по ДОС-месту, будут установлены охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта, в частности, и к этому форту тоже. Представители управления охраны объектов культурного наследия обращаются ко всем, у кого есть информация о собственнике этого участка, сообщать на официальную почту управления. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.